Здравствуйте. Сразу хотелось бы выразить искреннее восхищение теми людьми, которые сейчас выходят на улицы в поддержку Алексея Навального. От себя хочу сказать, что сердцем и душой я с вами, а телом, к сожалению, я во Владикавказе. Во Владикавказе, где, видимо, все хорошо, все всем хватает, все у всех есть. Те, кто убили Цкаева, уже наказаны. И Джабиева, кто убил их, тоже наказали, видимо. Поэтому все спокойно ходят, никому ничего не надо. Перекрыли главную площадь, где обычно проходят митинги. Со словами, что там проводятся якобы ремонтные работы. К сожалению, в Осетии нет штаба Навального. И вообще нет такого человека на данный момент, который мог бы собрать людей вместе, объединить их и повести за собой. Единственный человек, который был в Осетии, которому было не все равно, Вадим Чельдиев, сейчас сидит. И, видимо, все его брательники уже смирились с этим и сидят по домам. От себя я хотел бы добавить одно. Если не боится Алексей Навальный, если не боятся те молодые люди по всей России, то почему боится гордый? Один из самых гордых народов, не побоюсь этого слова, осетины сидят по домам и боятся. Не бойтесь, братья, мы здесь.